Альма-матер кубанских атлетов посетил министр спорта России Павел Колобков. Сегодня приехал в Краснодар. Вместе с губернатором региона он отправился в главный краевой вуз всех спортсменов. В учебном корпусе университета физкультуры гостям показали реконструированный легкоатлетический манеж. Это три этажа, на которых разместились беговые дорожки, сектор для прыжков в шестом и даже стрелковый тир. Помещение оборудовано и для маломобильных людей. Здесь занимаются много паралимпийцев. Павлу Колобкову, Вениамину Кондратьеву также показали учебно-спортивную площадку под открытым небом. Здесь проходят тренировки по пляжному волейболу, футболу и теннису. Кадры, которые сегодня готовит Академия физкультуры, они же для наших муниципальных образований, для наших спортивных школ, спортивных секций, они для молодежи Кубани, в первую очередь, Краснодарского края. Поэтому, безусловно, мы обязаны идти вместе, мы обязаны поддерживать друг друга и интегрированы быть друг в друга. В этом случае только мы достигаем того результата, который перед собой ставим. Развитие спорта, массового спорта, в первую очередь. И уровень тех кадров, которые работают с нашими студентами, которые смену тренерскую. Очень серьезные кадры. Я рад, кстати говоря, что сейчас у вас уже прошла там кампания по поступлению в ВУЗ. Я очень рад, что такая востребованность, в принципе, и такой большой конкурс. Здесь важно заметить, почему конкурс растет в Академии физкультуры. Потому что они востребованы сегодня учителя в школах, учителя физкультуры, спортивные секции, спортивные комплексы строятся. И там они тоже востребованы, уже выпускники Академии физкультуры. Поэтому почему говорю, мы почему вместе? Одно дополняет другое. То есть где-то мы нуждаемся в максимально кадровом потенциале Академии физкультуры, создавая спортивный потенциал в муниципальных образованиях нашего края. Все это лишь первый этап учебно-спортивного центра водных видов спорта и атлетики, который в будущем появится на этой территории. Проект комплекса ректор Краевого университета физкультуры показал министру спорта России и губернатору Кубани. Развитие объектов спорта, неважно какого уровня, они краевого, федерального, муниципального, вы сейчас видите, что объекты федерального уровня, спортивный объект, но в целом выигрывают жители края. Развитие спорта в регионе сегодня на достаточно высоком уровне. Еще раз подчеркиваю, неважно какое финансирование, но благодарны вам за федеральное финансирование, краевое, муниципальное, жители выигрывают. И сегодня те мальчишки, девчонки, которые хотят заниматься спортом, они эту возможность имеют. Павел Колобков сегодня также посетил стадион «Краснодар». Ему показали новую спортивную инфраструктуру, в том числе тренировочные площадки и футбольную академию.